Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашей гости, сможем прикоснуться к словам Священного Писания. И, конечно же, мы будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. И предлагаю в самом начале попросить у Бога благословений на этот эфир, на всех нас. Помолимся. Господь наш и Бог, мы вновь и вновь обращаемся к Тебе с благодарностью за жизнь, которую Ты нам даришь, за эту возможность сегодня свидетельствовать о Тебе, о Твоей любви, о том, что Ты внимателен к детям своим и всегда отвечаешь на наши молитвы. Спасибо Тебе, Господь, и мы просим Тебя, чтобы Ты благословил весь этот эфир. Благослови, чтобы все, что будет здесь сказано, было только для Твоей славы, любящего, заботливого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, мы ждем от вас сообщений с молитвенными просьбами, а также словами благодарности нашему Богу. Вы можете их высылать прямо сейчас, внизу под этим видео. Напишите, пожалуйста, в строке комментариев. Если вам удобно, вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы будем молиться о них и передадим наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-81-82. Верим, что и эта передача станет благословением как для нас, участников, так и для тех, о ком мы молимся. Ну а сейчас пришло время представить гостью сегодняшней передачи Ольгу Питель. Оля, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад, что вы согласились еще раз прийти к нам на передачу и поделиться своим опытом. Наверняка это будет чудесный опыт. Вы в прошлый раз сказали, что вы родом из небольшого горного села, да, в Ивано-Франковской области, так? Поселочек. Поселок, да. То есть вы с Украины, да? Вы здесь сейчас находитесь в Сакраменто, вы приехали в гости к детям, да? Да, приехала к детям в гости. Ну как, внуки радуют? Ой, очень. Они такие шебуршные, да. Такие хорошие у вас. Живые. В общем, вы здесь отдыхаете, я так понял, телом и душой, да? Очень хорошо. Ну вот скажите, пожалуйста, вот мы в прошлый раз узнали, что Бог вам дал особый дар. Это и написание песен. Вот, Бог слышит и отвечает на ваши молитвы. Мы даже услышали вашу песню. Слава Богу, у нас здесь местные знают хорошо ваши песни. Но вот я хотел бы задать вопрос. Вот часто вы рассказываете опыты, много у вас опытов молитвенных, но как часто Бог не отвечает на ваши молитвы? Или отвечает не так, как вы хотите? Бог отвечает на молитвы, но по-разному. Он отвечает по воле своей и усмотрению своему, потому что мы, люди, хотим уже и сейчас. Но Господь, Он видит глубину нашего сердца, Он знает, что нам полезно, что нам не полезно, и что мы можем, что нам на добро. Ну да. И не всегда отвечает на молитвы наши. Так, как мы хотим. Так, как мы хотим. Но смотрите, вы вот сейчас рассказали это то, как мы понимаем. Вот знаете, со стороны смотреть. Но а что вы чувствовали, когда вот вы особенно вот молились или сейчас вот молитесь вот особенно? Господи, пожалуйста. А Он, кажется, молчит. Что вы чувствуете? Как вы себя успокаиваете, может быть? Я молюсь еще и еще. Я молюсь настойчиво. Но если это Божья воля, я просто верю, что Он поможет мне. Но если это не Его воля, я смиряюсь. Просто смирюсь и жду. И знаешь, значит, мне не нужно сейчас этого. Ну, а легко ли вот это смирение переживать? Оно нелегко, потому что... Вот людская природа наша, вот хочу и все. Да, да. Но я не говорю там что-то, какие-то прихоти, потому что в жизни бывает даже такое, что вот для жизни надо, для церкви надо, для семьи надо. И вот не всегда получается так, как мы хотим. Это нелегко. Но когда мы верим Богу, мы доверяем, мы знаем, что рано или поздно, раз для меня или для семьи это надо, Бог сделает. Но если это нам не на добро, этого ответа не будет. Вы вначале, отвечая на этот вопрос, сказали: но я продолжаю молиться, я молюсь. Да. Получается, это как дистанция. Если Бог не ответил, вы говорите, я продолжаю молиться, это как будто бы я еще не прошла эту дистанцию, не пробежала, да, поэтому я буду и дальше молиться. У вас много таких молитв, которые вы сейчас на дистанции, так сказать? Но вы знаете, мне нравится один эпизод из Библии, когда Иисус нам даже сказал пример, что одна вдова и шла, и просила одного судью, который Бога не боялся и людей не стыдился. И она просила, и молила, и молила. И он говорит: ну уже надоело, я вот ради того я отвечу, заступлюсь за эту вдову. Вот так Бог нас учит, чтобы мы молились настойчиво, чтобы мы просили настойчиво для Божьей славы. И мы увидим Божью славу, Бог ответит нам. Да. То есть здесь вопрос настойчивости, а не на то, каков Бог, да, говорит, да ладно уже, замучила она меня, отвечу. Это говорит о настойчивости. То есть сколько у вас есть сейчас, сколько таких молитв у вас, которые вы сейчас еще в движении, можете посчитать? Но есть какие-то особые молитвы? Ну, я сейчас только благодарю Бога, потому что я сейчас на каникулах, и у меня только благодарение, что я вот прошла очень тяжелый путь. Потому что каждый крестьянин, который служит, посвятил себя Богу и доверяет, и верит Богу в служении, нелегко. И это очень тяжело, потому что силы зла много препятствует христианину. И только наши молитвы, это борьба, молитва, как боролся в Гефсимании Иисус Христос. Его победа была на Голгофе именно в Гефсимании. И вот в нас тоже я вот сколько я молюсь, и я верю, что Бог даст силы пройти этот путь, потому что мы все на испытаниях, нам не всегда легко, даже если мы христиане, у нас тоже есть тяжелый путь. Они и будут, и есть, и будут проблемы. И вот именно молитва, на молитвы дает силы подниматься, идти дальше. Но вы здесь в отпуске, да, я так понял? Да, я отдыхаю, я только наслаждаюсь жизнью и благодарю Бога за все, что Он для меня сделал. Слава Богу. Ну а какой молитвенный опыт вы сегодня хотите рассказать нам? Я хочу сегодня рассказать о дожде. О дожде? Да. Это, кажется, что это может быть, ну, такой дождь, но дождь идет, он перестает, это нормально в природе. Но это была особенная молитва, это не было просто так, и помолился, и все. У нас в церкви, где в Анконе, в Италии, где я руководитель музыкального отдела, просто надо было купить монитор на сцену, эту аппаратуру, и мы с комитетом решили, что мы ее купим. И это вот такая типа колоночка, которая направлена на сцену, поющего, да, чтобы он слышал себя. Да. И мы с одной сестричкой решили, что мы, вот у нас в среду есть выходной, и мы пойдем в этот магазин, и мы купим эту колонку. И шел 3 дня дождь, но проливной дождь. Но понедельник, так, вторник и среда, да? Да, вот так шел, но как бы его накрутило, знаете. И этот дождь, он просто был помехой. Но я молилась, я очень искренне молилась за эту покупку, потому что это очень серьезно. Я в аппаратуре не понимаю ничего. А вот я знаю, как она должна звучать. Но как она, я не понимаю. И я очень молилась, чтобы Бог благословил и приготовил нам, потому что выбор большой, есть цены большие и маленькие, и нам надо ложиться в одну цену, и чтобы была она и такая качественная, какая нам нужна. И я очень молилась, чтобы Бог именно приготовил это нам. Он знает, как я переживала за нужно это. Монитор этот, да, это нужно для служения очень сильно, да? Да. А тут дождь идет. А тут идет дождь, и вот мы с моей сестричкой из церкви, с подругой решили пешком пройтись. Это далеко? Это 7 километров пешком. Вау. Ну, мы могли на автобусе поехать, но так как мы постоянно в доме работаем, и нам нужно это пройти, чтобы поговорить и пообщаться. Ага. И это мы всегда сюда ходили пешком. Это для души так? Для души, да. И вот тут этот дождь, он нам помеха. Ну, Наташа, она оделась так по-боевому. Такой у нее зонт большой, такой большой, ну, почти метр. Полтора метра, наверное, да, такой? Да, когда открываешь, 3 человека можно вот так просто спрятать. Да, большой. И я не знала, что она уже такая была вся готова. Но я вот, когда выхожу из дома, я всегда молюсь. Всегда. Прошу благословения в мой вход и выход. Это каждый день. Куда бы я ни шла, я прошу благословения и возвращаюсь, и благодарю, что я возвратилась. Но это была особенная молитва, потому что была среда, я каждую среду пощусь, я молюсь. Но это было за этот инструмент и еще за этот дождь, потому что Бог знал мою глубину сердца, что я не хотела намочить ноги. У меня не было там обуви такой для дождя. Подходящий, да. А так 7 километров, мне нравится идти под дождем. И я очень искренне молилась, чтобы Бог устранил этот дождь. Я так молилась и просила, очень просила. Это не было просто так себе, но так хотела, чтобы его просто не было, чтобы мы прошлись по-сухому, порадовались этой встрече. И вы знаете, когда я просто закончилась молитва, и сразу Наташа позвонила, сразу звонок. И говорит, Оля, ты уже вышла? Я говорю, вот только выхожу. Я еще даже не успела встать с колен. Она говорит, быстренько, пока дождь остановился. Получается, вы молились? И вы знаете, я почувствовала сильную веру, что это Бог сразу дал мне ответ. Я просто прочувствовала. Я просто почувствовала эту веру, что я молилась, только что я просила. И Бог сразу дал ответ мне. И когда я вышла, я пришла к ней, она вот с таким зонтиком, и я говорю, Наташа, ты не бери этот зонтик, потому что он тебе уже не будет нужен. Он говорит, ну ты видишь, что делается? Ну тучи, все. А, тучи, все покрыто просто тучами, да, все небо. 3 дня, и вы знаете, просто так темно просто стало. Знаете, как дождь собирается, просто темно. А я говорю, сегодня дождя уже не будет. Вот поверь мне, нам сегодня еще будет солнышко светить. И вот вы были уверены, я прям так была, сильно уверены. Я такая была уверена, я просто была больше, чем уверена. Но я поверила, что Бог, потому что у меня уже были такие опыты, ответы. И я просто знала, что Бог может это сделать. И она говорит, ну я все равно возьму на всякий случай. Ну на всякий случай мы всегда. Да, и вот мы пошли, когда мы шли, что главное, я заметила, что не было ветра. Такая была тишина после дождя. И мы шли, и вот я наблюдала за небом. На небе было это просто... Тучи, они просто начали быстро-быстро вот так... И я вот так смотрела с таким удивлением, и я начала просто просветляться. Знаете, вот как делается, что как будто свет будет сейчас. Хотя ветра нет. Да, но я Наташа сказала, Наташа, ты вот видишь, нам сегодня еще солнышко будет светить. Вот я ей так даже... Сказали даже сказала, да. И мы когда шли-шли, и вот так просто тучи просиялись, расходились. И тут появляется солнце. И говорю, Наташа, смотри, смотри солнце. И пока мы шли, ну, это 15-20 минут. Вот все тучи просто ушли. Ну, все ушло просто вот так туда, как в другой город. И мы пока дошли к магазину, мы просто шли под чистым светлым небом. Нам светило солнце. Вы знаете, мы помолились, мы остановились, мы благодарили Бога, мы помолились такой радостью. Я просто не умею радоваться просто так, я как маленький ребенок. Я, знаете, как радуюсь всем своим местам. Я вот так сразу подскакиваю на одной ножке, на другой. Может, это смешно со стороны, потому что в моем возрасте, даже если со стороны посмотреть, скажут, что тетя... Вы до сих пор так прыгаете, получается, да? Да, я так радуюсь. И вот мы пошли в магазин, с этой радостью нам помогли эти продавцы, они очень такие культурные, да, обслужили нас. Показали нам все мониторы, на которые я давала вопрос. Да, они очень такие внимательные. И мы выбрали хороший, самый лучший, который мне понравился. Значит, он был готов к нашей сцене. Вот и мы купили его, и приехали уже, мы позвонили, нам приехали с машины, мы его загрузили и повезли в церковь. И так, слава Богу, мы были благодарны за такой чудный опыт с Богом и такой подарок от Бога. А я еще хотел спросить, ну а на обратном пути, как 7 километров опять пешком? Ага, значит, а мы же поехали с машиной. Да, да, но дождя не было, когда ехали на машине? Нет, не было. Солнце и после этого трехдневного не было, несколько дней дождя не было. И не было больше дождей? Нет. Слушайте. Но знаете, да, ну, люди редко молятся о том, чтобы дождь перестал. Это как-то есть такие опыты. У меня лично, например, это когда мешает какой-нибудь евангельскому служению, вот. Но люди чаще молятся, чтобы дождь был, чтобы, ну, как-то, чтобы урожай был, вот, о том, чтобы дождь был, люди, я думаю, чаще молятся, чем о том, чтобы дождь перестал. Вот. У вас вот такой вот опыт, чтобы перестал. Но у меня еще был такой опыт, чтобы дождь пошел. А, у вас был и такой опыт, да, значит. Был такой, перед этим был у меня опыт, потому что, ну, не буду все подробности рассказывать, но был такой опыт, что только дождь мог решить эту проблему. И Бог знал глубину моего сердца, что надо было это как-то защитить, как-то помочь мне в этом. И вы знаете, я искренне молилась и просила: Боже, дай дождь на 3 дня. Но почему на 3 дня, я не знаю. Но я думала, что только 3 дня будет полностью решен вопрос. И вы знаете, это было чудо. Это был такой проливной дождь 3 дня. Это просто лил без перестану. И ровно 3 дня. И остановился, да? И я поверила, что Бог, вот он просто, как написано в Библии, Он тенью ходит за нами. Он слышит наши молитвы. И Он хочет, чтобы наша вера росла. Потому что если мы просим, и Он видит, что это нам на добро, Он обязательно отвечает, как добрый отец. Так получается так, вот я так понял. У вас первый опыт был о том, чтобы дождь пошел, чтобы разрешилась ваша проблема, да? Да. И вот искренне молились, и Бог послал. И поэтому, когда вы уже помолились и увидели, узнали, что дождь перестал, вот это помогло, вот тот опыт прошлый помог вам вот так поверить, да? Да. Что вы готовы были не брать ни зонт, ничего. Я просто поверила, как ребенок. Вы знаете, и каждое, и даже когда у меня есть иногда проблемы, что я вот молюсь и прошу Бога, я всегда вспоминаю эти опыты и говорю: Боже, Ты там мне дождь дал, Ты там мне закрыл дождь, Ты там мне помог в том. Если на то Твоя воля, помоги мне сегодня, потому что я без Тебя ничего не могу. Нас с Тобой я горы сдвигать могу. Я все могу, укрепляющий меня Иисус. Аминь, аминь. Спасибо большое. Удивительные опыты, да. Друзья, слушая опыт нашей гости, знаете, я представляю девочку с безграничной верой в небесного папу, которая просит, ну, просто нереальные вещи. При этом она не сомневается в том, может ли он это сделать или нет. Дождь. Дождь. На память приходит библейский текст с риторическим вопросом. Я вам прочту его. Есть ли отец у дождя? И кто рождает капли росы? Помните, кто задает этот вопрос? Да, Бог спрашивает Иова. Похоже, наша гостья попала по адресу и услышала ответ, и увидела ответ. Вы, наверное, заметили, что о дожде в Библии много пишется, много написано. Дождь представляется в Библии благословением от Господа. Сам Бог через пророка Иезекииля говорит: «Я благословлю не только их, но и все окрестности вокруг моего холма. Вовремя буду не спосылать им дожди». Дожди благословенные. Дожди всегда были желанными для израильтян. Все и всегда просили дождя. Вот можете, например, назвать хоть одного библейского героя, который просил Бога, чтобы не было дождя? А, ну да, кроме нашей гости. Да, апостол Иаков сообщает нам о таком человеке. Я сейчас прочту. Да, Иаков 5 глава, 17 стих. «Илия был такой же человек, как и мы. Однако, когда помолился он усердно о том, чтобы не было дождя, за 3 года и 6 месяцев в стране ни разу не пролился дождь». Хотя, с другой стороны, мы знаем, что Илия и вымаливал у Бога дождь. Помните? Да, даже там на горе Кормил. Написано, что Ахав отправился есть, а Илия взошел на вершину горы Кормил, пал на землю, интересно написано, и скрыл лицо между коленей. «Иди и посмотри в сторону моря», — велел он слуге. Тот пошел посмотреть и ответил: «Там ничего нет». Но Илия велел ему сделать так 7 раз. Вы заметили, как необычно этот текст передает, как сильно Илия хотел дождя? Откуда такое желание? Почему так хотел дождя? Он что, переживал за урожай? А может, Илия переживал за свой авторитет? Помните, после смерти лжепророков Илия сказал Ахаву, он говорит: «Иди, ешь и пей, уже слышен шум дождя». Думаете, Илия действительно слышал шум дождя? Он так сказал. А может, он ждал от Бога знак в виде дождя? Знак, что Небесный Папа благословит свой народ в ответ на обращение от идолов к истинному Богу. Вы заметили, Илия в этот момент думает не о себе, а о Божьем народе. Он жаждет духовного пробуждения в народе. Для него было важно получить знак с неба – дождь. Господь, конечно, мог дать дождь на следующий день, но на молитву веры своего дитяти он ответил сразу. Дождь пошел, народ счастлив, Бог благословил не только народ, но и своего слугу ходатая. Особенно благословил он Илию. Написано, что дух сошел на Илию, и он счастливый бежал перед колесницей. Вы только задумайтесь, ну, по разным данным, 25-30 километров. Вы представляете такое расстояние бежать перед колесницей в дождь? Вот это сила, вот это благословение. А разве не ждут благословения всех тех молитвенников, которые ходатайствуют за нуждающихся? Вы что об этом думаете? Друзья, с молитвенными просьбами, которые мы получили в течение этой недели, вы уже ознакомились в начале нашей программы. Вы их сможете просмотреть и в конце этого эфира. А те просьбы, которые вы отправили во время этого эфира, мы обязательно передадим молитвенные группы, будем молиться о них и покажем в следующем выпуске. А сейчас я хочу попросить нашу гостью Ольгу, чтобы она совершила молитву. Помолитесь, пожалуйста, о тех молитвенных просьбах, вот, которые пришли к нам на передачу в течение этой недели, о тех, которые не дошли вот, к нам на передачу. Помолитесь, пожалуйста. И я хотел бы попросить вас помолиться о всех тех, кто сейчас как-то утратил веру, может быть, осуетился, может быть, разочаровался в Боге. И сейчас вот эта вера у него или у них вот практически на нуле. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог дал им крепкую, вот, можно сказать, такую по-детски наивную веру, чтобы они воспряли, чтобы они встали, подобно Ильи, чтобы они прыгали подобно вам, когда услышат ответ от Бога. Помолитесь, пожалуйста. Боже могущий, единственный, мы, как дети Твои, склоняем свои головы и сердца пред Твоим величием. И мы благодарны Тебе, Господь, за эту программу, что мы можем рассуждать, делиться опытами, что мы можем молиться друг за друга, молиться за тех, кто нуждается. Мы просим Тебя во имя Твоего Сына, услышь наши молитвы, дай духа молитвы каждому изнемогшему сердцу. Ты знаешь, Господь, каждого по имени, Ты знаешь каждого творения. Ты сказал, что я Бог каждого человека. Если у меня есть что-нибудь невозможное, то мы просим Тебя, услышь нашу простую молитву и дай, Господь, дух веры, дух молитвы в каждое сердце, кто взывает к Тебе, кто ослаб на духе, кто ослаб в вере, кто, может, потерялся в этом мире, кто отошел от церкви, кто еще не знает пути к Тебе, Господь дорогой. Ты встреть каждого ребенка Твоего, Ты помоги каждому, кто взывает к Тебе, кто молится, кто, у кого нет еще, может, ответа от Тебя. Ты взрасти в каждому веру, чтобы мы росли духовно, чтобы мы верили и никогда не пошатнулись, когда будет тяжело в этом мире, еще хуже. Сегодня мир гибнет в этом зле и в этой тьме. Тогда, Господь, дай Духа Твоего для каждого, чтобы каждый мог познать Тебя и встретить Тебя, и открыть Тебе свое сердце. Благослови каждого, благослови нас, благослови эту студию, моих братьев и сестер, благослови всех, кто нас слышит, кто видит нас, помоги каждому, кто присоединяется к нашей программе. Пусть имя Господне будет благословено во все века и во все роды. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Большое спасибо вам, сестра Оля, и за молитву, и за те опыты, которые я даже представлял как картинку, как вы прыгали. Это очень интересно. Спасибо вам большое за то, что вы поделились с нами. Надеюсь, мы еще встретимся, и вы еще поделитесь другими своими опытами. Спасибо и вам. Пусть Бог благословит вас обильно. Спасибо. Вам тоже. Божьих благословений. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я благодарю вас и, главное, нашего Бога за это время, проведенное вместе. И еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, в нашей передаче, позвоните, пожалуйста, по номеру телефона 916-254-81-82. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по тихоокеанскому времени. И пусть Господь благословит каждого из вас и пошлет всем вам то, в чем вы нуждаетесь.